Мои дорогие, сегодня это видео будет для любителей цветов. Вот прям специально иду, вышла снимать, показать вам, какие здесь цветут розы в июне месяце. Мы сюда приезжали в августе, в 2015 году такой красоты, конечно, не было. Они такие богатые. Такие жирные, это вообще. Я реально еще таких роз никогда не видела. Разные. Смотрите, какая красота. Вообще. Просто все утопает в этих розах. А кстати, это наш корпус. В этом году мы в третьем корпусе заселены. Вообще супер. И, кстати, заодно пройдемся до моря практически. Смотрите, какие кремовые. Ой, это вообще супер. Так, а где моя Алёшка? А вон. Алёша! Ага. Ну, вот так вот. Идем, гуляем. Сейчас полтретьего. Красоту вам показываю. Так, это что? Это орехи, что ли? Нет, это что-то вот такое. Ой, я даже не знаю, что это. Привет, Алёшка. Далеко поехал? Ну ладно. Я вот так... Я буду идти вдоль дорожки, не потеряй меня, ладно? Красиво все, красиво сделано, конечно, молодцы. Везде чистота, порядок. Так, ну это что? Это что? Слушайте, это тоже розы. Обалдеть. Тут, походу, вообще не розы. Смотрите, какие. Ой. Я не могу. Лёш! Не слышит. Дубок. Массаж. Так, тут у нас что? Розы. И снова розы. Одни розы. Обалдеть. Я вот снимаю, покажу своей маме и свекрови. Они любят розы обе. Они просто у меня обалдеют, когда увидят вот это вот. Ой, девчонки, ну вообще, ну почему у нас в Твери не растет такая красота? Ах, потому что холодно. Вот они, розы, розы. А вон там тоже как красиво сделано. Где мой ребенок? На той площадке. Ладно. Сейчас быстренько с вами пройдемся.
хороший пансионат, вот правда, от души могу посоветовать. Находится он между Анапой и Витязево, ближе к Витязево, Пионерский проспект. Ай, не помню адрес, по-моему, 249. Там бассейны детские, взрослые. Тоже можно пройтись туда, потому что там очень красивые цветы, тоже розы. Так, ну, наверное, сюда мы сейчас и пойдем. Вон там 5, 6, 7 корпуса, там, в принципе, то же самое. Та же красотень, что я вам показала здесь. Ну да, маленько дизайн разный, да? Вот так, в принципе. Да, давайте мы туда не пойдем. Там вот эти барханчики и уже море. Если видите, уже видно, да, немножко? Пойдемте смотреть цветочки. У нас это видео посвящено красивенным цветам. Значит, идем смотреть цветы. Ну, вот там взрослый бассейн. Сегодня в 5 вечера папа у нас в пол играет. Там детский грибочек. Ой, извините, загляну, посмотрю программу. Ну, вон там детский осьминожка. И снова красота, снова цветы. Одиссей, наверное. Вечером вот это деревце горит, вот тут все фонарики горят. Красота неимоверная. На сцене каждый вечер представление. Клево. Пошлите смотреть розы. Неудачно я пошла с другой стороны. Сейчас мы обойдем и с обратной стороны посмотрим. Вот они. Я не могу, но это же просто. Посмотрите, какие они здоровые, жирные. Я вот просто от таких цветов обалдеваю. Почти мне по пояс. Так, здесь вот так вот красивый тоже все дизайнчик. Тут детская площадка, дальше хоккей, туда немного еще дальше пройти, там волейбол, баскетбол. Лёшкин любимый батут. Все включено здесь, если кому интересно. Красотень. Ну и еще наши красивые розы. Вот они мне по пояс. Представляете? Они пахнут, что самое главное, эти розы пахнут. Мне кажется, вот это вот видео будет одно из самых моих любимых. Смотрите, девчонки, ну это невозможно. Невозможно не любить такую красоту. Все в розах. Прям букетах каких-то. Я столько роз никогда не видела, правда. В июне здесь мы не были. Кстати, в августе, когда мы были, уже, знаете,
уже, как сказать, пожухло немножечко все от жары, и ароматов таких нету. Сейчас такие ароматы, вот идешь мимо, даже вроде бы кажется, ничего не цветет, ну прям хочется остановиться и насладиться. Эти кремовые, но они шикарные, обалденные. И беленькие, беленькие, какие красивые. О. Так, ну все, наверное. Ну там я уж не буду вам показывать. Возможно, где-нибудь во влоге увидите, если интересно. Пошла я за Алёшкой. Кому интересно, со мной оставайтесь. Прогуляемся до Алексея. Алёшка даст, засниму водное поло. Аэробика, там пилатес. Очень много всего интересного. Где мой зайчик? Ну, вот это считается как бы вся территория пансионата нашего. Тут от моря до столовой. Столовая там самая первая впереди. Ну, минут 5 медленно развалочным шагом. Кстати, вот здесь мы рисовали. Берешь фигурку, разрисовываешь ее и забираешь. Алёшка выбрал Пикачуху. Мы рисовали с ним Пикачуху. С 4 часов они работают. Сейчас закрыто все. Такие дела. Что еще рассказать? Мне очень понравилось в июне. Мы очень переживали, что холодно будет, море прохладное. Нет, все нормально. Море как раз-таки, наоборот, очень освежающее, как раз закаляться самое то. О, бежит мой ребенок. Привет! Я уже хотел домой наверх ехать. Ну? Почему тебя так долго не видел? Меня разве долго не было? Закричал, мама, я тебя не слышу. Конечно, не слышишь. Я же тебе сказала, я вон туда пойду. Покажи, какой мы меч тебе купили. Что это за меч? Алмазный из Майнкрафта. Алмазный из Майнкрафта. Да, он светится еще в темноте. Круто, да? Ну так что? Что он у меня под кепкой не светится. Ну, конечно. Ну что мы с тобой? Сережа, мама нашли вроде. Сереж, ну короче, что делать будем? Сереж, ты где? Хочешь ко мне домой? Нет, не ходим мы тут домой. У нас тоже третий корпус, только и третий этаж. А, у нас 6-й этаж. Не знаю. Мы на верхотуре живем. Сережа, скажи маме, что и папе, что будут тебя пустить к нам. Да мы сейчас уже пойдем в бассейн или на море пойдем. Не знаю. Сереж, куда? Смотрите, мои родители. Вот мои. Пошли. Я тут, Алексей. Ну тут вот маленько не такие мощные розы, правда, как мы там смотрели. Где анимация там происходит, все такое. Вот, зато я вам хочу показать вот это вот растение. Знаете, как оно пьет? Ой, жалко, что не передается вот этот аромат.
вьюн какой-то. Прям хочется сидеть на этой лавочке и наслаждаться. Папуга. Ну чего, пойдем домой или еще тут погуляем? Пойдем домой. Домой пойдем? Пойдем до столовой пройдемся. А то мы не ходили тут. Пока! Что, ты с мальчиком познакомился? Да, с Сережей. А сколько ему лет? Я не слышу. Ну не спрашивай, чё ж ты. Он такой же, как и ты, наверное. Лёш, смотри, какие розы красивые. Смотри. А дубочки здесь вот так вот прям здорово, да? Мам, пошли. Интересно, когда они большие вырастут, какие они будут? Ну дубы вот эти вырастут большие, какие они будут? Так, ну ладно, там служба размещения. Мам, какие дубы-то? Вот, вот это дуб, видишь? Да? Да, вот это дуб. Вот это что ли? Вот это что ли? Вот это? Да, 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 Лёша, да. Будут вот такие. Пошли. Тачка крутая. Папа. Пошли, все, пошли. Это я уже зажарился. Зажарился? Жарко тебе? Да. А расскажи, я снимаю видео нашим подписчикам, расскажи, как тебе тут отдыхается? Нормально. Громче говорят, унесут. Нормально. Нормально? Да. И все? Хорошо. Я думала, ты скажешь замечательно, отлично. Вообще замечательно. Да. Смотри-ка сюда-то. А расскажи, что тебе больше всего понравилось? Бассейн и море. А на море что больше всего понравилось? Волны и медузы. И медузы? Да. Понятно. Ну ладно, пошли.